За минувшие сутки в Набережных Челнах и Тукаевском районе произошло сразу несколько серьезных пожаров. Горел гараж, ожоги получил его владелец. Он был внутри в момент возгорания. Сгорела иномарка, а владелец не пострадал. Огонь поглотил частный дом. И это далеко не все. Лина Зинатулина расскажет подробнее. Около 16:00 вечера в селе Большая Шельна Тукаевского района загорелся жилой дом. К приезду пожарных огонь уже переходил под кровлю. Появилась угроза распространения пламени. Настроение соседних участков. Был объявлен повышенный номер вызова. В результате пожара никто не пострадал. Причины устанавливаются. Горение началось в районе расположения металлической печи заводского изготовления. Данная печь находилась в углу комнаты. Топилась твердым топливом и дровами. Со слов собственника имущества, он увидел, что происходит горение стены в районе расположения печки. До прибытия пожарных подразделений пытался потушить сам, у него этого не получилось. Примерно в это же время пожарные подразделения вызвали в 51-й комплекс. Очевидцы сообщали о горении балкона на втором этаже пятиэтажного дома 5107. В результате инцидента никто не пострадал. Горели было вещи. Прибывшие пожарные подразделения быстро ликвидировали пожар. Ну, рассматриваются в настоящее время две версии. Это поджог и неосторожное обращение с огнем. В 18:00 вечера спасатели получили очередное тревожное сообщение уже от одного из автовладельцев. На проспекте Хасана Туфана загорелась «Шкода Октавия». Возгорание ликвидировали быстро, никто не пострадал. Лина Зинатульна, Елена Камалова, Сергей Вильданов, вызов 112.